Я начинаю придерживаться правила пингвинов из Мадагаскара. Улыбаемся и машем. Это как... Нагибаемся и пашем. Улыбаемся и машем, это скорее... это скорее правило психов, попавших туда... Психов, психбольницы, попавших туда из Фабрики Звезд. Они только улыбаются и машут, действительно. Улыбаются и машут. Некоторые из них улыбаются и машут и зарабатывают на это деньги, но они... Не очень-то... Ну и чё, политики психов... то же самое делают. Ну, ты думаешь, что они... Что они хоть чем-то... Отличается от Фабрики Звезд. Смотрите, тут появилась татуя. И через громкоговоритель погибшим. Говорит. А, я думал, это памятник погибшим. Откройте нам порты, не дайте умереть. Другие враги. Совсем другие враги теперь. Смотрите на них. Да, я видел уже. Блин, я что-то вспомнил сейчас неприятную вещь. Не надо, я уже сегодня Москву 2017 посмотрел. Вот не надо мне больше неприятных вещей. Я хочу о хорошем думать. Единственное, что хорошее в этом фильме есть, это то, что там три раза показали глубокое конец. Декольте. Нет, глубокое декольте главной актрисы. Актриса. Когда посмотрит ведущую роль. Вспомнить все. Новый фильм. Там есть три сиськи. Не, я больше уважаю творчество Шварценеггера. Он прикольный. Мне больше нравится смотреть. Мне больше возбуждал Шварценеггер, чем та инопланетянка с тремя. А вместе. А вот вообще просто неподражаемо. Шварценеггер. А у него не три титки, нет? Нет. Возможно. Так, значит, это не тот Шварценеггер, который меня знал все это время. Я. Могущественный робо-камикадзе. Я нашел плату. Они так забавно выглядят. Господи, только что Тайсона убил, похоже. Прикольно. А, нам нужно. Ну, нам нужно убивать их, собирать из них лут. Все понятно. Зеленые, собирай. Шестеренки, Рейджер, ты слышишь? Ой. Собирай из них лут. Зеленый. Я какой-то говно взял. Ну и нахрена я это взял? А оно было зеленым. Нет, это я говорю себе, нахрена я взял белые. Нахрена я взял белых, я же нигра. Так. Я предпочел ваниль Говори. Шоколаду. Да кто меня стреляет? Я 3D очки нашел. Где? Смотрите, 3D очки. Прикольно. А я забрал. Это тебе за спойлер. Какой именно? За все. Ну или за какой-нибудь. За какой-то конкретный, да? Потом придумаю. Потом придумаю, да. Робот-самурай. Я еще покрышечку нашел. Покрышечку собираем. Блин, тут какие-то баги с графикой. У вас багов с графикой нету? Нет. Оу. Что мне только что? Господи, FPS падает просто ужасно. Хорошо, что Артем с нами не играет. Если даже у меня FPS падает, то у него вообще охренеть. Наверное, что творится. Ну, Артём, ты должен с нами это пройти! Чёртов Феникс, блин. Залбал уже. А чё за у Лилит за способности такие? Ну, у неё есть бег быстрый, и вот это вот... Вот эта вот птичка вокруг неё появляется, она чё делает? Я не играл за неё просто. Она регенерирует... точнее, она патроны... Как сказать-то? Восстанавливаю? То есть патроны не тратить, я просто стреляю. Без патронов, то есть, подожди. Я просто танцую. У Лили две способности, что ли, получается? Бег и вот это вот Феникс? Да у нее дофигища способностей. У нее элементальных способностей вообще уйма. Я одним ударом, я и поджигаю, и травлю, и электричеством долблю. Не, я просто не понял, как бы у остальных персонажей по одному скиллу активному. А у Лилит чё?
Я какого-то... Да он там... Ну вот один, один активный скилл на F. У меня турель у... У охотника, нет, у него в птица. В таком ключе у меня главная способность... это туннель. То есть я взрываюсь, перехожу в этот... Понятно. А все равно это бег. Пассив. Да. Пассивы-то у всех много. Ну, пассив у меня связан только с турелью и с оружием. Нет, у меня в основном это на элементальные уроны. Я только одного не понимаю, зачем в Borderlands 2 будут через 2 месяца после релиза выпускать еще и дополнительного персонажа. Дополнительный класс персонажа. Ну, это типа круто. Мекромансер какой-то. Не, ну он по предзаказу, он доступен заранее. Будет. Я нарвался на каких-то страшных людей, которые меня просто насилуют. После чего начал играть Borderlands. Нет, я имею в виду, сейчас я их нашел. Да ладно, не отмазывайся, все свои чушь. Нет, со я своими не одноклассниками я встретился гораздо раньше, чем вообще у меня появился компьютер. Так что в Borderlands я начал играть не из-за них. Я сейчас не буду спрашивать подробности, я постараюсь об этом забыть, пожалуй. И не буду спрашивать, чё к чему. Я не буду разбираться в этом, лучше еще раз про Москву. Лучше про грудь из Москвы 2017 вспомнить. Правда, из этой груди... По-моему, это у тебя будет теперь спасительная мысля из этой случаев жизни. Из этой груди что-то росло, но я постараюсь об этом тоже не вспоминать. Ах ты, спойлераст. Хотя все равно на это не пойду, но все равно. Не ходи, не... Вообще ничего не делай. Нет, даже не смотри, не надо. Лучше... О, не-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 не. Никогда. Я не буду говорить те два слова, которые написал Сереге Ваську. То самое название фильма. И ты тоже не говори! Мне все время говорят, что я говорю все плохое, советую все плохое. Я не хочу советовать все плохое. Я тем более не хочу советовать это смотреть. Я вообще не советую смотреть. Это плохой фильм, это самый ужасный фильм на планете. Я сейчас не про Москву 2017, если что. А про другой фильм, о котором вам лучше не знать. Нет, серьезно, лучше не знать. Лучше не знать. Ну я прочитал описание, и мне уже стало плохо. Ребята, смотрите все зеленые. Классный фильм. Нет! Нет! Ребята! Нет! Я заклинаю! Нет! Забудьте! 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 Нет! Нет! Не смотрите! Нет! 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 Ни за что! Нет! Нет, ребята! Не надо! Я вас заклинаю! Тебя подкосило! Забудьте! Забудьте! И никогда не вспоминайте это слово! Девушки, которые это сейчас смотрят! Не смотрите это, лучше посмотрите, не знаю, «Любовь с первого взгляда». Это старая передача 90-го года, хотя она, в принципе, не лучше, но тоже, ну, пойдет. Там хотя бы Борис Крюк есть. А вы здесь еще? Люди? Ну да, я кого-то... А то... Кто-то меня убивает. А то Серега кого-то... встал на месте и стоит. Да я... Кто? А, вот ты. Рабоманьяк. Ты вообще кто? Так, стоп. У тебя мозг в колбе или в башке? Хотя о чем я? Какой мозг? Робо-бодибилдер! Да. Зачем ты это сказал? Ладно, я запикаю слово. Я запикаю второе слово. Так, господи, откуда вы берете? Дело? Я не хочу травмировать психику людей, понимаешь? Это же просто капец, представляешь, а если кто-нибудь посмотрит? Это же... Мне нравится особенно... Особенно мне нравятся отзывы критиков, ну как бы не критиков, а зрителей на Кинопоиске, которые прочитал. Там, знаешь, тебе говорят: «О-о-о! Нет, что ты делаешь? Нет!» Он уничтожает человечество. Люди, не смотрите, я вам говорю, не смотрите, не надо, не верьте ему, не смотрите. Я серьезно говорю, я вот на абсолютном серьезе, это не значит, что... Я, кажется, нашел вход на корабль. Да? Ну подожди, да, я договорю. Нет, обычно говорят, что не смотрите, вы обязательно смотрите, но сейчас действительно не смотрите, это просто ад.
Я просто не знаю, вот. Посмотрите сначала серию, если вы не смотрели, серию Южного Саус Парка, которая называется «Сказка» или там «Рассказ о Скроти Макбугерболсе». И там примерно описывается то, что происходит как раз в этом фильме. Какой-то просто упоротый идиот с больным мозгом и фантазией представил, что... представил, нет, что различные девиации — это типа круто, различные извращения — это круто, и это на самом деле искусство. И заставил зрителей смотреть это и подал это как артхаус. На самом деле артхаус — это полное говнище, которое не стоит смотреть никому, и от тех, кто смотрит и восхищается, нужно... Сейчас от тебя отпишутся целых два хипстера. Нужно уничтожить себя, вскрыть себе вены, лучше не поперек, а вдоль руки, и желательно... уничтожить себя для общества и никогда больше в нем не появляться, потому что таким людям лучше не жить на этом свете. Надеюсь, вы поняли, что этот фильм, вот про этот фильм не нужно смотреть и вам стоит забыть. Я, может быть, закрашу и то, что Рейджер написал просто в целях вашей безопасности, потому что, ну, это просто пиздец. И мне от одного описания стало плохо. А если вы посмотрите... Смотрите лучше «Разрушители легенд» и все, да? Лучше посмотреть порнографию тогда уж. Нет, знаете, если вы посмотрите этот фильм, то вы... Если вы посмотрите «Зелёный слоник», то вы больше никогда не сможете смотреть порнографию. И, скорее всего, вы не сможете никогда заниматься порнографией. В любом её представлении, в любом виде. Сейчас, если посмотрели хоть какая-то одна мать... Ну, совершеннолетняя ребенка, она его заставит посмотреть. Одна мать. Да, одна мать. Давайте еще роботов найдем. Это, видимо, какой-то... Одномать — это, наверное, отпрыск папы-мам... папа-мамы из одной игрушки. Зеноклэш. Папа-мама. Папа-мама. Зеноклэш. Зеноклэш. Ну, я в неё играл буквально 15 минут на Ютубе, и... Мне она не очень понравилась, я бы так сказал. И я не воспрял желание. Там пинать всех весело. Знаешь, пинать всех весело. Не вдумываешься. Пинать всех весело в реальной жизни. Ну, только меня часто пинают, а не я. Похоже, я застрял. А нет, не застрял. Окей. Я люблю в чем-то застревать. Черт, главное не пропустить тот момент, когда мне придется замазать. Ты сколько раз написала? Ты же понимаешь, что Рейджер напишет потом это в комментариях. Нет, я не настолько плох. Нет, я это забуду замазать же. А, кстати, есть такая одна вещь. Вот эта вот птичка, как ты сказал, вокруг сирены, это феникс. И когда он зажигается, вокруг меня бочки взрываются, так что лучше не стойте, когда феникс рядом. Значит, когда нам нужно обязательно встать рядом. У всех идет пати. Я... Так много раз уже здоровье терял, потому что тупо не замечал какую-нибудь бочку, и она мне нафиг все сносила. Тут Вьетнам! Вьетнам, ребята! Вьетнам! Ну ты в курсе, что мы уже жжет. Собрали все эти... Ну, посмотри справа, что написано. Там же написано... Это по крышке. Там же написано белым по разноцветному. По крышечке. А мы собираем чипы. Ну и покрышечки. Мы крышку тоже стираем, как бы намекает надпись-то. Чернокнижник будет стоять на своем, я считаю. То есть не убивайте невинных роботов, а собирайте гребаные покрышки. Воу-воу-воу, что-то желтое! Есть, я забрал. Да он отстой! Хочешь, я отдам? Хочешь, отдам? Нет. У него есть особенность, называется «Держи меня». Как нежно. И вот что это особенность даёт? Просто логика в Borderlands не работает. Он красиво стреляет, смотрите. Чё? Может, у вас, конечно, плохо стрелять, но... Я не знаю. А суть, я же могу проверить... А, нет, я не буду проверять на вас. Ты всё равно нас только лечить будешь. Ну, по-моему... Лечится столько же урона, лечится с таким же, с такой же скоростью, сколько я наношу урон.
Во. Вот, наверное, так надо было сказать, но я, как всегда, наверное, затупил. А здесь машинок не будет, да, это же вообще печаль. Я нашел неплохой гранатомет. Артёму обидится. Хорошо тебе. Да, у меня лучше. Он, у него урон 501 плюс коррозийка на 4. У меня 600 с чем-то там. Тут лидер альфа-робо-самец хотел изнасиловать маленького Скейга. Я считаю, что это было не очень приемлемо, поэтому мне надо будет это вырезать. Дай посмотреть. Ну, к сожалению, что они уже альфа-робо-самец? Сдохли. Альфа-робо-самец? Ну, это то же самое, что и альфа-самец, просто без... просто с робо. Так, больше нам ничего не надо здесь выполнять. Так, отпусти, ты говорил, что ты нашел вход на... на корабль. Нет, я думал, что это вход на корабль. Ты нас обманул! Там, где мы уже... Я вообще там не был. Вы там уже все слутали, всех поубивали, я просто смотрю. Теперь мы возвращаемся назад. Я просто танцую. I'm dancing. Check me out. Да не сможешь ты изнасиловать гору, не сможешь, она не горбатая. Малышки, они не понимают, что они делают, они бегут прямо к своей смерти. Нифига себе, покасик урона с пули. Почему у меня не такой урон? Плохая СМГ. Не знаю. У меня пистолет отстойный, в нем 71 патрон, но, блин, он вблизи так жжет. Чернокнижник, чертов лутер. Я что-то схватил? Ты сам что схватил? Нет. Нет, фиолетовое я слутал что-то. Но это из ящика или... Я просто какую-то эту кучу разгребал, это откуда? Из ящика или из кучки? Ящики... Ящики или сучка, чё? Кучка! Я совсем другое услышал, думаю, чё за херня? Не, достойный пистолет нашел, к сожалению. Я бегу в сторону рассвета, заката. Не знаю. О! Раската? Я покорёжного гонщика нашел. О, в нём... По-любому это вы его уничтожили где-нибудь. А я нашел покорёжного рейджера. Не корёшь его. Ты меня... Ты понимаешь, ты меня заманил! Ты меня заманил в тупик! Я шел в правильном направлении, к направлению выхода. А ты меня заманил сюда, и мне пришлось... Мне пришлось брызгать слюной тебе это объяснять. Надеюсь, я не плюнул в микрофон, и он не обиделся на меня, а то он сейчас как сам меня плюнет своей... своей реверберацией. Электро. Эй, что-то не слышно ничего, что там шипит? Чернокнижник, ты слышишь, что он говорит? Мог бы подыграть. Нет, я лечить буду его задницу. Сказать, что я тебе не Гарри Поттер. Вот я сейчас... Что? Вот сейчас я смысла вообще не понял. Вот. Я часто... Ну, я всегда строю какие-то... сложные логические цепочки. Змеиный язык. Кто понимает змеиный язык? Только Волан-де-Морт, Гарри Поттер. Змеи еще. Хорошо, у меня тоже. У меня тоже логика теперь есть. Язык Эллина. Кто понимает язык Эллина? Эллин, все. Ты не Эллин. Как бы логика вот такая вот. А, ну да, змеиный язык. Столько автоматов. Не смотри, там га-га-га-га, там Гага. Леди Гага? Нет, я там тогда шариться вообще не буду. А я пошел. Там все равно экспа не прибавляется.